Матишов Виктор Михайлович, главный редактор медиапортала «Союз ветеран», руководитель Содружества ветеранов правоохранительных органов. Наша организация работает со всеми генералами и представителями МВД стран СНГ в России. Вот, Татьяна Николаевна, я поговорил со всеми генералами, с армянами, с азербайджанцами, с казахами. Они присутствовали в прошлом году на концерте, им очень понравилось, и мы вот такой вопрос обсуждали. Они шагнут ли этому фестивалю в страны СНГ и не провести ли его там? Они бы с удовольствием поддержали, они просто были в восторге. Говорит, Виктор Михайлович, ну вы поговорите с Асламбеком Ахмедовичем, с Татьяной Николаевной. Вот как вы на это смотрите, на такую перспективу? Идея великолепная. Мы ее уже обсуждали с Асламбеком Ахмедовичем. И нужно довести ее до конца и поднять уровень этого замечательного мероприятия на уровень СНГ, хотя бы ОДКБ. То есть наши стратегические партнеры по поясу безопасности сегодня тоже заинтересованы в том, чтобы сплачивать наши ряды вокруг позитива, вокруг патриотической идеи, потому что и Украина, и Беларусь, Таджикистан, Киргизия, они переживают такие же процессы, как и мы, такие же сложные процессы, как и мы. И поэтому мы должны сегодня, конечно, сплотиться. В этом году будет подписан договор о создании Евразийского экономического союза, принципиально новая интеграционная система, надеемся, это состоится, и будут востребованы очень многие интеграционные новые процессы. Одно из них, я думаю, что будет вот это наш фестиваль.